Привет, друзья! Это небольшое видео будет об украшениях из Zara и H&M. Что там можно найти этой весной? Это видео небольшое, потому что выбор там тоже, соответственно, небольшой. Но несколько достойных вариантов, особенно сережек там есть. Итак, девочки, я в магазине H&M нашла вот такие вот сережки, цветы. Они крупные, очень крупные, золотого цвета, но не знаю, к сожалению, как будет тут металл носиться. Потом вот такие вот цветы есть удлиненные, тоже красиво, то есть тут нужно мерить, что вам больше подходит. Но вот эти вот все цветы мне напоминают коллекции каких-то известных брендов. И смотрятся они красиво. Еще раз, не знаю, как металл будет темнеть, но в принципе за такую цену, а стоят они 8 евро. За такую цену можно их поносить один сезон и выбросить. Дальше. Посмотрите, какие есть вот листики. Они несимметричные. Все как сейчас в тренде. Очень ажурные, нежные, красивые. Я считаю, что можно брать. Такой же есть и кулон. Но не покупайте все вместе. По крайней мере, не носите вместе. Дальше. Вот на тропическую тему сейчас листики тоже очень популярны. Причем каждое, посмотрите, звено этого листика качается на подвесе. Поэтому они будут очень хорошо вот так вот, вот играть. Красивые, мне очень понравились. Дальше. Кто любит бисер и поярче, посмотрите, вот из бисера вот такие вот глаза. Актуальные серьги, крупные гвоздики, они стоят 15 евро. И посмотрим, что есть для любителей сережек помельче. Помельче. Кисточки, ну, наборы разные, как обычно, много их всяких, можно выбирать, то есть помельче можете спокойно выбирать любые. А вот набор мне понравился, тоже цветочные, вот эти серьги похожи тоже на какой-то известный бред, к сожалению, я не помню, что это, марни, по-моему, серьги, и вот такие гвоздики очень красивые. Ну, в серебре я не вижу ничего интересного. И покажу еще яркие кисточки. Яркие. Очень много черных. Опять же, кисти пока еще модны. И в тренде. Вот посмотрите, еще есть черные вот такие вот помпончики. Тоже интересно смотрятся. Опять же, цветы, но уже цветы из ткани. В принципе, можно носить. Интересно, тут зеленый. Потом, интересно, посмотрите, тропический листик, гвоздик маленький. И вот такие колечки с такими вот анютиными глазками, тоже красиво. С помпонами есть еще желтые. Выглядят они неплохо. Плохо выглядят вот такие серьги, но я думаю, что мало кто их наденет, они очень крупные, очень длинные. Ну и еще такого же плана вот эти. А смотрится это как дешевая китайская пластмасса. И такие же есть черные вот. Такие, я думаю, не стоит брать. Потом я сейчас видела на девушке вот такие кисти необычные на кольцах. Ну, скажу я вам, на любителя. Мне, честно говоря, не очень понравились. И вот еще покажу вам листик кулон. Вот такой.
красивый к тем сережкам, как бы комплект, но я не люблю комплекты, поэтому носить можно по отдельности. И вот пошире листик на длинной цепочке. И еще вот интересный кулон, знаете, как вот плавленное золото, плавленый металл, такой стиль тоже сейчас популярен, и делают и ювелиры, и бижутерия вот есть. А смотрится оно еще тем более красиво, что это... А нет, неправда. Я думала, что это на одной цепочке все висит. Но, к счастью, это можно скомбинировать. Вы смотрите, вот так вот сейчас вот носят. А можно скомбинировать с листиком. Вот так. А стоит это 8 евро. И такой, я думаю, примерно такая же цена. Да, тоже листик 8 евро. Ну, в общем-то, из интересного все в H&M. Идем дальше. Зашла в Зару, и здесь, как обычно, только серьги. А вот эти вот меня просто покорили. Наверное, я их куплю. Куплю и потом дома примерю, потому что в Заре все зачипировано, закрыто, их примерить нельзя. Здесь, как обычно, все очень крупное, очень яркое. Посмотрите, такие цветы, кристаллы. Такие серьги вы надеваете, и больше ничего не нужно из украшений. Очень много такого плана этнических сережек с керамическими бусинами. Вариант. И вот еще такой, смотрите, с раковинами каури. Я думала, каждая хендмейдерша может вот такие сделать. В общем, очень красиво. И вот опять бисер на тему о современном бисере. И вот такие еще бисерные кисточки, тоже очень красиво. Вот такая раковина зеленая. Красиво смотрится, но очень крупно, прям до плеч они будут доставать. Ну, в общем, вот такие вот серьги в Заре. Все из них хорошего качества, можно брать. Вот цветочки темные. Ну, если вы, конечно, осмелитесь это все носить. Вот еще посмотрите, какие цветы есть. Вот эти, конечно, достойные из бисера. Мне нравятся. Если бы это был мой стиль, я бы себе такие тоже купила. Ну все, я, пожалуй, возьму эти серьги и пойду. Я постараюсь немножко позже еще снять несколько магазинов, посмотрим, что есть там. А на сегодня это все. Пока!